Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем проходить Хитмана. У нас уже предпоследняя миссия, поэтому не будем хватать кота за яйца, а просто пройдем. Единственное, простите за то, что какие-то тормоза опять появились. Это, к сожалению, не от меня зависящее. Ну ладно. Да. Погнали. Так, подожди, надо дождаться, чтобы чувак меня... Эй, что вы здесь делаете? Да не кричи ты. Блять, вот как проходить эту миссию, если вот на таком моменте уже ты проебываешь? Блять, и как в него сейчас попасть? Ебать ты черт. Пиздец, что за пиздец, как это проходить? Когда, блядь, тебя палят враги, как? Да ёб! Твою мать, ну проще завалить всем ебальники, вот честно. Когда они уже, блядь, сами стреляют, ну что за бред? Блять, господи, упокой эту игру, вот честно. Мало того, что надо до корабля, блядь, добраться, так они еще палят меня, что я это... кого-то там уебашил. Господи, еще игра тормозит, господи. Почему с этим высоким разрешением какие-то проблемы, а? Да идите в пиздень. Ну как это проходить, вы понимаете? Они просто палят. Они просто берут, палят всю контору. Блять, ставь бомбу. О, господи, как это работает, а? Блять. Да сдохни ты, блять. Утрили, сдохни и все. Да откуда вы палите? Блять, вот реально откуда вопрос? Да сдохни, мразь.
Блять, там все сбежались, блять, вот реально. Кто там бежит? Русский? Или кто? Так, этот хрен бомбу активирует. Я вообще не понимаю, вы понимаете? Тут прикол в том, что так аккуратно надо пройти, что просто пиздец. Кто бежит? Это кто? Это кто убегать пытается? Русский, нет? А, нет, это не русский. А, это он с телохранителем пытается убежать, да? Он не убежит. Им просто будет пёзда. Вот и все. Так, там главное убить этих гандонов верхних. Так, надо быстрее бомбу активировать. Просто если бомба бомбанет, это будет печально. Ган, хуян, блядь. Валим нахрен отсюда. Да уж. Свалили, называется. Подожди, а на какой стороне на бомбу? Смотрите, он на сходнях. Каких, блядь, сходнях? Я тебе чё, этот, смотрите, что? Смотрите, он на сходнях. И где ты, блядь? Они, наверное, сами соберутся мне поиметь, да? Блядь, быстрей! Да ёб твою мать, куда идти? Наконец-то, блядь. Стоп, не на той стороне, блядь. Он в грузовом отсеке. Он в грузовом отсеке. Поздравляю, что он... Эй, он в моторном отсеке. Моторном? Или каком? Как... Эй, он в моторном отсеке. Там главное успеть было бомбу деактивировать. И все. Так, подожди-ка, теперь. Что? А где еще враги? Так, короче, сейчас, по-моему, остался последний враг, который где-то засел. Блин, еще бы знать где. Блять. Вот реально. Планета, вот здесь можно потеряться. В плане всего. Подожди, а куда можно нам пробраться было? Это что за дверь, подожди? Ага, это не дверь, блядь, это вообще хуйня полная какая-то. Человек, что ли? Да ё-моё, продвинься ты! Ага.
По-моему, последний враг был тут. Он здесь? Нет, наверняка. Нет, не тут. Да ё-моё, а! Чё за хрень? Да ну нафиг. Где тут хрен? Моржовый. Стоп. Да ё-моё, почему опять не туда я пошёл? Чё за хрень? О, подожди. Нет. Блин, на этом корабле можно рели застрять. Стоп, а это что за дверь? Хера это не дверь, подожди. Понятно. Что? Блять, вот реально, если чувак спрятался, то есть такая вероятность, что просто миссия провалится и все. А нафиг нам, чтобы миссия, блять, провалилась, вопрос. Нам это надо? Как, блин, каких-то дегенератов найти, как это? Нет такой возможности, блядь. О! Нашел я этого суку. Надеюсь, ты, сука, последний был, ублюдок. Трели. Потому что я уже устал тут находить трупов. Так. Окей. Поднимаемся наверх и просто валим. Ну. Send him to visit you when he is finished. Then you can tell him the good news. Надеюсь, мы прошли. Ну да. Миссия выполнена. Последняя миссия, наша разведка. Ну, короче, да. Мы уничтожим создателя, доктора Кобака. Кобак. 50 лет.
А чё, больше инфы никакой о нём? Ну ладно. Ну вот, дорогие друзья. Вот и финальная миссия. Тот самый особняк. Так. Сколько там у нас по времени выходит? А, еще время есть. Да. Так, секундочку. Так. Ну что, погнали? Так. Сейчас были довольно... Проходите. Находим. Так. Здравствуйте. У меня встреча с доктором Коваком. Меня зовут Тобиас Риппер. Сейчас я проверю. Да, все верно. Пройдите вот в эту дверь. Идите за мной. Кабинет доктора на втором этаже направо. Вы увидите, когда пройдете через операционную. Погнали. Вот сюда. Такой вежливый. Кабинет доктора Ковака наверху. Наверху. Погнали. Ну тут вообще трэш будет, конечно. Профессор, здесь мистер Риппер. Хочет видеть доктора Ковака. Отлично. Я прослежу, чтобы о нем позаботились. Алло? Это профессор Артмейер. У нас чрезвычайная ситуация. В наш комплекс пришел незваный гость. Он в ярости и совершенно неуправляем. Пришлите сюда всех, кого сможете. Ясно. Пускай все держатся от него подальше. И закройте двери. А где этот Ковак, блядь? Где этот псих? Нет, он не тут. Вот он. Нифига. Подожди, а где этот урод? Блять, спецназ пришел не вовремя. Вот же сука. Блять, валить пора. Сука, спецназ уже пришел. Вот же сука. Блять. Нихуя себе они валятся. Ебать. Вот я не знаю, это реально самое... Самая тяжелая часть Хитмана в том плане, что... Так. Их там много. Ты охренел? Ты меня что, электрошокером подбадриваешь, псих? Кто там? Это все? Нет, блядь, нихуя. Да ёб твою мать, нифига себе! Ну? Дверку откроешь? Ку-ку.
Нихуя себе. Ты сколько их там? Блять, как он меня обошел? Тварина. Оу. Чё, жирная пуля попала, да, уёбок? Нравится тебе, да? А тебе нравится, да? Или вам всем понравится, уроды? Так, подожди, а где находится тут псих? Блин, какая-то лестница. Только на какой этаж идет? Нет. Не эта лестница. Печалька. Так. Опля. Может где-то здесь? Тихо. Ого. Опа. Да. Ага. По-моему, здесь на второй этаж. О, нет! Пожалуйста, не нужно больше так делать. Это же я. Проснитесь. Кто это? Нет, я не верю. Наверное, это какая-то галлюцинация. Нет, я не галлюцинация. Скажите, что здесь происходит? Я был направлен выполнить легкое задание в этой организации. Как вдруг меня окружили военные и какие-то психи. А я всего лишь должен был убрать одного человека. Меня накачали наркотиками. Пожалуйста, найдите противоядие. Постарайтесь вспомнить, ведь вы уже были здесь. Когда-то профессор проводил эксперименты с ДНК, чтобы клонировать вас. Прошу вас. Найдите противоядие. Оно в клетке. Еще. Оно очень маленькое. Ну давай. Вот и противоядие. Погнали. Уже скоро Хитмана проявил. Я нашел противоядие. Спасибо. О, да, так гораздо лучше. Слушайте, путь в подвал найти нелегко. Помогите мне выбраться, и я покажу его вам. Воу. Я не пойму, мы что, не всех убили? Понял. Дяденька. И мы идем или как? Какого хрена? Я ж никаких врагов не вижу, алло. Погнали. Быстрей! Быстрее. Давай, шагай своей жопой. Куда? Сюда? Погнали. А дальше куда? Лифт, лифт, лифт.
Так, подожди, он идет сюда. Значит, лифт где-то тут. Правильно? Так. Здесь лифт. Давай, чувак, уже... Уже движемся к финалу. Давай, гоу. Пятки, все в пятки, давай. Вход в подвал находится на дне шахты лифта. Я подниму лифт вверх, чтобы вы смогли войти. Там вы найдете ответы на все вопросы. Я ваш должник. Окей, давай. Пока, мужик. Ну вот, уже дело идет к финалу. Встреча с братом, отлично. Ну что, погнали? Так, подожди-ка. Что за звук был? Да ё-моё! Мой блудный сын вернулся. Это стоит отпраздновать. Добро пожаловать. Знаешь, я не случайно стал заниматься этим проектом. Он требовал так много усилий. Я видел то, что должно было получиться. Мне нужно было изучить все научные исследования по генной инженерии и на их основании зажечь новый свет. Создать новые стандарты. Как сказано в Библии, человек был сотворен в конце недели. Должно быть, на шестой день Бог устал от своих трудов. И потому его последнее творение было несовершенным. Я сумел улучшить все системы человеческого организма. Я обнаружил настоящую силу 47 хромосом. Думаешь, это было легко? Я, как всегда, опережал свое время. Жалкие ученые качали своими головками, смотрели на меня круглыми глазками и называли сумасшедшим. Ты – мое доказательство того, как они ошибались. Я обладаю силой создавать. Переплавлять и совершенствовать людей. Можешь ли ты представить, к чему приведут эти изменения? Никаких лишних чувств. Никакого предательства. Окей, никаких лишних. Ты даже не представляешь, что уже стало возможным благодаря экспериментам с рекомбинантным ДНК. Я дал тебе лучшее, что можно было ждать от жизни. Идеальные гены. Ну, давай уже. Гены. Давай, уже игра почти закончилась. Давайте уже закончим эту серию игр. Чего мне стоило создать тебя? Какая это была филигранная работа. Я устранил все возможные недостатки. Ты – апофеоз человеческой эволюции. И где этот хрен? Окей. Стоп. А, еще будет. Здесь последний или предпоследний? Приятно видеть, как совершенны и выверены твои действия. Я знал, что я на правильном пути.
Пора перевернуть страницу и посмотреть, что будет дальше. Ну, погнали, что будет дальше. Почему же ты идешь против меня? Зачем восстаешь на собственного отца? Наверное, я не смог предвидеть. Лишив тебя человеческих слабостей, я избавил свое детище и от чувства сыновнего долга. Ну, и сколько их там еще? Капец. Ну, вроде двое, по-моему. Капец просто. Вижу, ты хочешь моей смерти, но я прощаю. Смерть не входит в мои планы. Ну, сколько там осталось? Один? Последний? Давай, если последний, погнали. И где он? Все? Давай, финалочку врубаем и все. Уже чтоб игру прошли. Ну. Зачем ты сам встал? Бля, чё за глюк? Сколько там ещё? И где Ген выходит? Я не вижу, ну... Нахрена тогда мне дали возможность завалить последнего? Чё за глюк произошёл? И где он? Да где последний гад? Алло? Где этот урод последний? Ходит. Где? Чё за глюк? Алло? Где последний враг ходит? Ну. А чё последняя дверь не открывается? Алло. Вот глюк, а. На кнопку надо было нажать, но вы издеваетесь. Давай. Погнали. Ну.
Двери открывай. Алло. Наконец-то. Ты доказал, что ты мой любимый сын. Я горжусь тобой. Ты? Я должен был предвидеть. Я даже не смог узнать собственного сына. Ты разбил мне сердце, сын мой. Какой прок? В бронежилете, если смерть подстерегает изнутри. Вот такая концовка Хитмана. Кодовое имя 47. Так что, ребята, спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, про репосты. А мы, в принципе, прошли Хитман Агент 47. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, что ставили лайки. Всем до скорого. Всем до встречи Хитмана 2. Увидимся уже во второй номерной встрече Хитман 2. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.